Мой край родной, республика свободных, великих наций разных языков, оценят здесь обычаи народов, советы мудрых стариков. Я прошлом родины своей горжусь, истоки языков познать стремлюсь. Стихотворение ужаса современного «Язык отцов» прочитает студент инженерного факультета Амагеддин Мейерле. Язык отцов, язык тысячелетия, и ты временем, как глина, обожжен. Тебе удар меча и после встречи, пустая гордость, горячий дом. И ты звучишь теперь молния тела, ударом сердца, колоколом души. И тихо, как меня судьбой универтела, клянусь тобой, я к тебе приду. Так издалек и счастливых странствий приходит сын забытому отцу, приходит ярко, дорогому братстве, в начале жизни или же к концу.